Что, опять пробило? Чуть непонятно, да? Kidding. The little punk tries to throw me off the train. We get into a fight and he falls off. The cops ask me why I did a thing like that. I tell them why. For 3 hours, I tell them why. They don't believe me. Ай, Суми, какой самана? Сейчас, скажу секунду. Едем в Баян-Хагор. Это дорога в Баян-Лик. Хороший. Баян-Хагор, да. Да, едем в Баян-Хагор. А, Баян-Хагор. Ясно, хорошо. Ну ладно. Баян-Лик, Баян-Хагор. Ханас нерчаган танр. Самана Баян-Хагор. Баян-Хаби. Не понимаю. Какой сам? Какой сам? Самана. Какой самана? От? А, правее. Правее дорога. Правее. Да. То есть вот туда правее. Есть две дороги. Да, право. Да. Право. А, право, так. Да. Спасибо. Да, ладно. Ты тебе стал как они. А. Едем первый раз в Монголии по реке. А вы выйдет? Нам решил подсказать дорогу добрый монгол. Мы едем за ним, сейчас переедем эту речушку и скажем ему спасибо. Вот едем. Кстати, населенный пункт называется Богд. Практически как Богдан. Скорость плохо включается у меня. Опусти стекло еще. Спасибо! Очень-очень добрые монголы на самом деле. Так, мы ехали и наткнулись на пробку. Друганы. Такие вот дела. Ресурс называется LNR. А сверху такие же World News есть. Они 1 сентября писали. Это когда, получается, мы уже финишировали. За окном идет дождь. А у нас в супербродяге тепло и комфортно. Готовимся ко сну. Всем доброе монгольское утро. Мы по-прежнему находимся в Монголии.
Мы проехали один из самых сложных участков, как мне кажется. Дальше вроде бы по карте отмечено, что дороги будут более-менее нормальные, но асфальта не будет по-прежнему. Покажу вам сейчас вкратце, что у нас случилось по мере того, как мы ехали по полному бездорожью. Ну, прежде всего, у нас оторвало подкрылок, причем наглухо его оторвало. Оторвало и от бампера крепления. Сам подкрылок здесь весь оторван. То есть я его раз сделал, его опять оторвал, два сделал, опять оторвал. То есть сам бампер вот уже вот так вот у нас тоже весь оторван. Соответственно, что я сделал? Здесь с оторванного крепления убрал сюда временно, тут тоже все клепки сорвало. Закрутил его, ну и он держится. Снизу тоже закрутил, никуда не денется. Соответственно, ехать так можно. Уже по приезду куда-то нормальный сервисный центр мы это все дело будем поправлять. Ну, бампер все пришел, наверное, в полную непригодность. Он весь исцарапан снизу, с боков. То есть все-таки чувствуется то, что мы прорывались там по полной программе. С этой стороны подкрылок целый, но тут бампер тоже весь со спетель соскальзывал. Что еще такого? Здесь из-за боковых у нас были боковые порезы. Один боковой порез там. Мы залечили их жгутами. Но это временно, боковики жгутами не очень хорошо лечить. Это, я думаю, знают все. Ну и когда мы ехали по сильно большим таким неровностям, то есть там нам не хватало просто углов наших свесов. Ну и тут видно, что у нас произошло. Задрало бампер, вот так вот он был. Там было все в земле заднем. Оторвало крепление розетки, которая была здесь, потому что его отгибало, загибало, отгибало, загибало, и оно оторвалось. Сейчас будем его крепить. Ну и тут, я думаю, мы всем, чем только можно, и бампером, и колесом шкребли так, что мам не горюй. Вот это основные такие. Еще задний бампер у нас тоже соскочил с петличек. Это основные нюансы, которые вот на бездорожье у нас случились. Ну а во всем остальном это танк, Toyota Land Cruiser остается танком по-прежнему, даже в стандартной комплектации. Ну что, мы сейчас покушали, умылись, собираем наш лагерь, который мы разбили прямо вот недалеко от поселочка. Вчера приехали здесь, заправили. Вот ночью казалось, что это укромное место. Проснувшись, мы поняли, что это, как обычно, монгольский пустырь огромнейший. Собираемся и двигаемся дальше. До границы с Алтаем нам 1100-1150 где-то километров. Дорога, ну где-то будут кусочки асфальта, но в основном нам сказали, ребят, будете дуть, вот практически везде будет такая гравичка. В общем, мы уже готовы к этому. То есть то, что мы выехали на гравийку, это уже хорошо, потому что мы ехали просто, ну вот примерно вот так вот. Там не было никакой дороги, я думаю, что вы это видели. Гравийка уже хорошо. Асфальт будет, я думаю, кайфанем вообще по полной программе. Ну все, собираемся и поехали. Мы в Монголии. Ну и проехав уже определенное количество километров по пустыне, по Гоби, менять нам фильтр не на что, но как обычно, профилактику в виде постукивания, похлопывания и тупо выбивания мы ему, конечно, сделаем. Так, что у нас гидроча надо немножко дать подзалить. Посмотрим, что тут насосало. Надо как шаман в бубен бьешь. О, смотри, там аж прям переверни, там аж прям песок сыпется. И все. Большой супермаркет. Берем тележку. На самом деле в супермаркете куча еды. Ну, реально очень много, и очень много русской еды, российских производителей. Но есть и корейская еда. Друзья, это кладбище коз.
Влада. Сейчас заснимем Владимир реакцию. Смотри. Возьмем два. Если бы у нас был холодильник, то обязательно взял бы местного масла. По-любому оно хорошее. По-любому. Но у нас нет холодильника. Очень странно, стоит женщина здесь. Я думал, что это натянется к своей тележке. Оказывается, она просто помогала нам. Вот так вот. На пружине, что ли? Не эти штуки. Выбери. Не-не-не, все. Не беру. Ну все? Мы приехали в поселочек между пустыней и пустыней. И что вы думаете, мы купили мороженое? А мороженое, кстати, российское. Хотя... Я не знаю, но вообще написано... Нет, с темным шоколадом. Ты, да, поздравляю тебя. Ты, как всегда, там выбирала. А я взял. Надеюсь, обычно... Вот оно, беленькое. Вот оно. В жару никакой гадости. Ну, вкусное. Ну, кушай. На камеру говорю, что кушай. Сейчас выключим, слезы будут. О, белое. Пломбир. Я не люблю такой пломбир. Божественно. Только что мы разобрались с еще одним колесом, и самое плохое, что могло случиться при проколе колеса, это прошляпить то, как оно сдулось. Потому что на такой дороге, здесь галимый скальник, колесо сразу режется и рвется. Что и случилось с нашим колесом. То есть на сегодняшний день нам 900 километров, в общем, там по-разному будем ехать, до границы Монголия-Россия. У нас сейчас нет ни одной запаски. То колесо, которое мы поставили с запаски, оно у нас вот, так называемое ПУ, да, там у нас была грыжа, которая лопнула, мы ее там залатали. Поэтому едем потихонечку. Основное правило Монголии: тише едешь, дальше будешь. Вот едем потихонечку. В России, я думаю, что добавим каких-то колес, ну или что-то придумаем, потому что здесь, в Монголии, вообще с колесами очень туго, колес точно нет. Ну вот как-то так, едем дальше. Асфальт! Господи, мы будем жить! Фу. Вот асфальт, так, асфальт, да, асфальт. Давно мы не радовались так асфальту. Мне кажется, он сейчас закончится предательски. Все может быть, но мы будем надеяться, что он... Хотя бы километрик нас еще порадует, потому что с тем учетом, что у нас не осталось запасок, хочется теперь только асфальт. Ну что, друзья, доброе утро. Мы все еще в пустыне. Правда, по левой стороне у нас горы. Сейчас будем готовить завтрак. Богдан еще лежит. Здравствуйте, детишки! Вы находитесь в гостях у сказки. Какую сказку вы хотите послушать? Сказку о том, как Влада и Богдан путешествовали по Монголии? Тогда поехали, начинаем! Давай. Я тебе это готовить.
ехали сейчас по дороге, нас остановил полицейский. Не знаю почему, но он даже не захотел к нам подходить, просто пукнул палкой. Не, ну там был знак ограничения 80, мы ехали чуть быстрее, потому что уже быстрее хотим ехать в Россию. И он нас сначала остановил, ни радаров, конечно, ничего не было, просто остановил. Позже увидел номера, увидел машину и так махнул палкой, типа, езжайте дальше. Взять-то с нас нечего. Мало того, что ты что не объяснишь, как ты ничего не договоришься. We are Russian. Get your feet up! Cause right now you in the presence of grown men. You are fucking with a legend right now. Legend! Racks on a Pro 2 setup to set it off. Every crack get the ski mask treatment, I kill it all. I forgot him, see, thinking he Jesus, I come across. Get crucified by euphemisms and metaphors. Ain't no antidote for antidote, poisonous bars. Acid vats built on your pigment and melted off. Cuban links from that Raekwon album, that's what I floss. If you ain't good for that, I'll snatch it right off of your neck. Бараном вкусно пахнет, Богдан. Не чувствуешь мясо пахнет? Здравствуй. Здравствуйте. А Жучин? Монгольский язык нету? Нету, только русский. Русский язык нет. Русский язык есть. Нет. Боюдрю. Хашикчу. Острую. Да, едем туда, значит, русский.